Накануне в прямом эфире телеканала «Тюменское время» прошла вторая серия суперигры викторины «Время побед». И в этот раз ценным подарком вновь оказалась квартира. Ее обладателем стал Евгений Дубровский, военнослужащий, но временно безработный. 4 года назад он переехал с женой и маленькой дочкой в Тюмень из Казахстана. Во втором этапе викторины «Время побед» ему нужно было назвать фамилию известного партизана Витебска. Конечно, где-то в душе я ждал, что позвонят, но я не думал, что так с первого раза прям позвонят мне. Я был в шоке, когда увидел номер телефона, который высветился. Я даже не слышал вариант А и Б, я просто услышал две фамилии и думал, какую назвать. Я даже не говорил там А, Б, просто сказал фамилию и все, как бы наугад. Мы год назад купили квартиру в ипотеку на 20 лет. Сами бюджетники, то есть это просто вообще какое-то чудо, везение. Ну, что-то пыталась шептать, но, по-моему, он ничего не слышал и сам наугад. Вариант Б! Фортуна! Добавлю, следующая суперигра состоится сегодня в 20:00, также в прямом эфире. Трансляцию можно увидеть в телеэфире и соцсетях «Тюменского времени», а также услышать в эфире радиостанции «Диполь.ФМ».